Футболист и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов не будет представлять нашу страну на чемпионате мира по футболу, теперь хейтеры потрунивают над спортсменом в сети. Сегодня, 11 мая, стали известны имена игроков, которых вызвали на сборы для подготовки к этому важному спортивному событию, фамилии экс-супруга Бузовой в нем не оказалось. Отметим, что лучшие друзья Тарасова, братья Миранчуки, получили приглашение. Впрочем, как и Федор Смолов, Артем Дзюба, Марио Фернандес, Федор Кудряшов, Игорь Смольников и другие. Капитаном стал голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев. Обнародованный мужской орган Дмитрия Тарасова возмутил народ. Почему Дмитрий вылетел из состава, неизвестно, однако это не помешало любителям футбола саркастически потрунивать над спортсменом в сети. Летом у Дмитрия должна родиться дочь, поэтому поклонники предположили, что теперь у него появится много свободного времени для помощи жене с новорожденным. Публикация Дмитрий Тарасов, собака Тарасов, 23, 10 май 2018, 12 часов 42 минуты, по часовому поясу PDT, теперь у вас много свободных вечеров с любимой смех до слез, 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 как собственно дней смех до слез, смех до слез, смех до слез, а что вы дальше будете делать, вы не прошли, да в сборную его не взяли, писали пользователи сети. Особо злорадные вспомнили песню бывшей супруги спортсмена Ольги Бузовой «Хит-парад», в ней есть такие строки: «Ты не попал» или «Этот твой выстрел был не тому». По мнению поклонников Ольги, эти слова популярной исполнительницы напророчили позорный вылет из состава. Напомним, что 5 мая этого года в КА «Локомотив» под руководством тренера Юрия Семина стал чемпионом России. Красно-зеленые выиграли чемпионат РФ ПЛ впервые с 2004 года и в третий раз в своей истории. В этом матче Дмитрий Тарасов рассек бровь, столкнувшись с Антоном Заболотным. Футболисту потребовалась медицинская помощь, сообщает телепрограмма «Точка ПРА».